Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет расклад, второй расклад на ноябрь месяц, знак зодиака Весы. Расклад будем делать на самые основные моменты месяца. Благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Если кто не подписан, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен, называется Таро Студия, там раскладов больше. Итак, знак зодиака Весы на ноябрь. Общая характеристика месяца. Работа. Финансы. Личная жизнь, на что нужно обратить особое внимание, что уходит, что приходит, совет вам. Метафорические карты положим на общую характеристику и на совет. Для вас. Также Таро. Общая характеристика. Работа. Финансы. Личная жизнь. На что нужно обратить особое внимание? Что уходит? Что приходит? И совет для вас. Так. Общая характеристика. Ну, общая характеристика месяца связана с семьей. Все полностью дела в семье. У вас там планы, перспективы. Вы интуитивно чувствуете, что нужно сделать. И у вас, в принципе, все достаточно хорошо будет получаться. То есть у вас планы и цели достаточно реальные, вы интуитивно чувствуете, как поступить, и у вас все ваши планы, задумки реализуются, которые вы задумали на ноябрь. Также получается у нас, что вам окажут помощь, если кто-то немного болел, простудился, то выздоровление будет, и у вас надежды на исполнение ваших каких-то задумок именно на ноябрь месяц вполне реальные, и как уже показалось, что все у вас получится. Работа. На работе вам нравится, интересно, у вас что-то происходит там новое, какие-то новшества, внедрения, и они в положительном как бы русле идут. Иногда вы, естественно, возвращаетесь то, как раньше было на работе, в прошлое, но некий мужчина, возможно, для некоторых начальник, ну, либо выше поставленных чинов, он поставил точку, то, что будет какие-то нововведения, и это уже обсуждению не подлежит. И вам предстоит работа с вот этим новым. Также, возможно, пришел новый начальник для кого-то, который вводит нововведения на работе. Финансы. А в финансах у вас идут перемены, какая-то трансформация, но все это в лучшую сторону. По большей части зависит от
неких женщин. И в финансовом плане у вас есть шанс на улучшение, потому что вы будете получать это, наслаждаться, удовольствие. Для некоторых может проиграться, что вы получите какое-то наследство, либо вознаграждение, премию. То есть больше на то, что вы рассчитывали. Личная жизнь. В личной жизни у вас тоже происходят перемены. Трансформация, причем это по справедливости. У вас очень сильное влечение. Для женской аудитории показывают к мужчине. Огненного знака зодиака, возможно. Мужчина лидер. Всегда знает, что делать. Он просто притягивает. У него невероятная энергетика. И вас к нему тянет. Если мужчины смотрят, то в личной жизни будет взаимодействие также с неким мужчиной. И он вас будет искушать на какие-то действия, какие-то поступки. Возможно, пригласит вас куда-то, я не знаю, в ресторан какой-то, в кафе, бар. То есть туда, где будет какое-то искушение. Искушение выпивки, каким-то наслаждением, может, к женщинам. Вот в ноябре произойдет... Показала, что самое такое-то показывает самые яркие, да, события для вас. Еще личная жизнь, давайте еще посмотрим. Информация придет о каком-то деле, где вам нужно будет хорошо подумать. Также вы будете думать. Связано это лично со второй половиной, уйти или остаться. Это может быть как бы и общее такое глобальное, но карты выпали меньше по статусу. Это, скорее всего, будет для вас важно в какой-то момент. То есть со второй половиной вы... Может быть, поспорили, и вот будете сидеть думать, то ли мне оставить, чтобы посидела вторая половинка, подумала хорошо, то ли наоборот двигаться к ней или к нему со своими чувствами и уладить это разногласие. На что нужно обратить особое внимание? Обратите особое внимание на трату денег, потому что все-таки вы прилагаете много усилий на то, чтобы заработать, либо вы входите куда-то, работаете, либо у вас свой бизнес. И когда вы уходите в свои наслаждения, да, в свободное время развлечения, то есть немного умерьте свой пыл. То есть не нужно много тратить. Ну, говорят вам обратить на это внимание. И тогда все будет хорошо, и у вас все получится. Что уходит от вас? Уходит от вас некая сила. Противодействие. То есть вы спорили, и в этом споре вы были как бы на сильной стороне. Вы была правда или победа на вашей стороне. В этом споре вы у вас была точка зрения уйти как бы в новое. Нужно что-то менять и что-то делать. И вот этот вот спор,
разногласия с какими-то людьми, это от вас уходит. Еще посмотрим, что уходит. То есть получается, что ваше разногласие и спор, он закончится. Да, вы отойдете в сторону. Отойдете в сторону, посчитаете, что это вам не нужно, что вы в этих спорах, каких-то разногласиях, в какой-то дискуссии, которая вам она не нужна, что вы в ней больше теряете, чем получаете. Что приходит? Приходит умеренность в вашей жизни, это судьбоносное, потому что у вас будут какие-то планы, над которыми нужно подумать. И планы, связанные с поездкой. Вам нужно хорошо подумать, нужно ехать, не нужно ехать. Если вы поедете, то как это будет все происходить? Вам нужен четкий план действий. Еще что приходит? Да, выбор. Вы должны все выбрать четко, правильно, справедливо. И чтобы было это как бы, ну, как бы по закону. Да, на поездку. В ноябре месяце у вас планируется какая-то поездка, которую вы должны четко и ясно понимать, что вы будете делать и как, куда вы приедете. Например, вы поедете куда-то там в другую страну, вы должны четко знать, что вы, сколько у вас будет денег, допустим, в какой отель вы поедете или в кому вы поедете, как вы будете переводить деньги. Ну вот все, это я вам просто пример привела. То есть вот четко спланировать пошагово, как нужно действовать. Совет вам на ноябрь. Не отстраняться от семьи, от дома. Не спорить. Скорее всего, то, что вот ушло от вас, да, это были споры с некой женщиной, с очень властной, какой-то жесткой, холодной, которая всем хочет управлять. Вот с ней поступать мудро, не спорить. Подходить к любым задачам и проблемам, к вашим делам, подходить более творчески. И не строить себе песочных замков, потому что, как сами понимаете, это может в любой момент разрушиться. То есть, если вы что-то делаете на работе, в бизнесе или в личных отношениях, вы должны четко понимать и уже твердо становиться на ноги. Ну, вот такой получился расклад на ноябрь. Спасибо за просмотр. Всего доброго.